Здравствуйте, мои дорогие третьеклассники. Очень рада вас видеть, слышать. Начинаем наш урок математики. Меня зовут Людмила Анарбековна. Так, ребят, здравствуйте. Все. Так, опять. И пошли. Здравствуйте, ребят, здравствуйте. Урок наш называется «Развивающая математика». Приготовьте, пожалуйста, свои тетради. Я говорила, да, тоненькие тетради в клетку. На уроке мы будем выборочно что-то решать. В основном это устные будут задания. Здравствуйте. Устные задания, которые вы, ответы будете печатать мне сюда, и мы с вами все вместе будем их решать и отвечать на вопросы, которые я вам подготовила к сегодняшнему уроку. Здравствуйте всем. Все, ребят, начинаем. Так. Ровно встали, тихо сели, головами повертели. Очень сладко потянулись и друг другу улыбнулись. Прозвенел сейчас звонок, начинаем наш урок. Да, ребят, тоненькие тетради вот в клеточку на 12 листов. Я вас на прошлом уроке тоже просила, подпишите для работы «Развивающая математика». Все, молодцы. Цели нашего урока – решать задачи устно и письменно. Решение логических задач, отгадывать ребусы, развивать навыки счета, творческое мышление, память, воспитывать любовь к математике, продолжаем, отвечать на вопросы разного направления. Здравствуйте всем! Значит, ребят, вот это я вам отправлю в конце урока и презентацию тоже, можете потом ее посмотреть. Сейчас ничего писать пока не надо. Значит, домашнее задание выполняется такого плана, в таком плане, да? Вы решаете ее у себя самостоятельно в тетради. Отправлять на проверку учителям не надо. Мы на наших уроках развивающей математики будем проверять все ваши домашние задания. И вы сами будете оценивать и ставить себе оценку. Если вы решили правильно все задачи, да? То поставите 5. Если у вас ошибки, сами оцените себя. Всем понятно, да, ребят? Пожалуйста, не присылать. Оставьте их у себя в тетради до следующего урока. Молодцы. Угу, все понятно. То есть этот урок предусмотрен как раз-таки именно работа с вами, и проверку мы будем тоже делать на уроке. Значит, домашнее задание. Решить две задачи. В пакет насыпали 630 грамм сахара. Сколько граммов сахара нужно досыпать в пакет, чтобы найти, чтобы в пакете стало 1 килограмм сахара? Вы прекрасно знаете, да? К любой задаче нужно обязательно краткое условие, обязательно вопрос, решение и записать ответ. Все задачи должны быть оформлены правильно. Следующее. Сколько парт купили для школы, если стульев купили 238? Это на 102 больше, чем парт. Значит, вот здесь внимательно обратите внимание, слово есть «это», да? Это нам говорит, подумайте и вспомните, что нужно сделать. После урока я всем учителям отправлю это задание. Так, следующее задание у нас, мы должны узнать сколько. Первый вопрос. Дней в неделе. Сколько дней в неделе, ребят, повторим. Они простые, но мы повторим. 7. Из них выходных. Выходные, выходные, ребята. Сколько выходных? Правильно, 2. Молодцы. Следующее. Пальцев на правой руке.
Пальцев на прав... Ой, на правой ноге, ребят, прошу прощения. Пять. Есть, правильно. Задних и передних лап у гуся. Задних и передних лап у гуся. Правильно. У гуся только две лапы, да? Так, следующее. Времен года. Сколько у нас времен года? Времен года, ребят. Правильно, молодцы. Осенних месяцев. Осенние месяца. Их у нас сколько, ребят? Правильно. Правильно, молодцы. Следующий вопрос. А месяцев в году? Месяцев в году. Правильно. Амалия первая была. Молодцы. Месяцев в году вы все знаете 12, да? Кроме летних. Ну-ка посчитайте, кроме летних теперь сколько будет? Если всего... Правильно, София, молодец. Всего 12 минус 3 будет 9 месяцев в году, да, кроме летних. Гномов у Белоснежки. Сколько гномов у Белоснежки? Молодцы, молодцы, умнички. Семь гномов. Глаз и бровей у человека. Глаз и бровей у человека. По два, да? Два глаза и двое бровей. Буквы в названии нашей страны. Быстренько. Буквы в названии нашей страны. Быстренько посчитайте, сколько букв. Молодцы. Нет. Внимательно. Кыргызстан. 10. Все, кто напечатал 10, это правильный ответ. Остальные потом пересчитайте. Все, молодцы. Углов у квадрата. Сколько углов у квадрата? 4, правильно? 4 угла. Так. И они прямые. Молодцы. Хвостов у двух котов. Хвостов у двух котов. Правильно. Правильно. Два хвоста будет у двух котов. Переходим дальше. Ответь на вопросы. То есть вы тоже печатаете быстренько, хорошо? Самая большая птица, которая не умеет летать, но умеет быстро бегать. Самая большая птица, которая не умеет летать, но умеет быстро бегать. Молодцы. Это птица страус. Самая маленькая птичка. Самая маленькая птичка. Молодцы. Правильно. Еще жду ответы. Молодцы. Все, самая маленькая птичка – это колибри. Самое высокое животное – жираф. Самое большое животное. Самое большое животное. Нет, правильно, это кит, правильно. Самая большая ягода. Самая большая ягода. Арбуз, правильно. Самая крупная домашняя птица. Самая крупная большая домашняя птица. Нет, домашняя птица, не орел. Домашняя птица, ребята. Правильно, индюк. Индюшка, правильно, молодцы. Нет, не петух. Индюк. Самое хитрое животное – лиса. Молодцы, лиса. Продолжаем дальше. Самое ласковое домашнее животное.
Самое ласковое домашнее животное. Кот, правильно, или кошка. Самая большая пустыня. Кто знает, ребят? Самая большая пустыня. Правильно, Демид, Сахара, правильно написал. Молодец. Самое древнее государство. Нет, государство. Уже государство пошло. Нет. Ребят, самое древнее государство это не Рим, это Египет. Египет. Нет, 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 не СССР. Самая длинная стена. Самая длинная стена. Самая длинная стена, правильно, это в Китае, Великая Китайская стена. Молодцы, значит, вы слышали об этой стене. Так, дальше. Самое соленое море. Самое соленое море. Молодцы. Самое соленое море это у нас мертвое. Молодец, Зимит. Молодцы. Нет, ребят, самое соленое море это мертвое. Так, следующее задание. Тройка лошадей пробежала путь 30 километров. Сколько пробежала каждая лошадь? Разве, Ева? Ну-ка подумай. Тройка лошадей пробежала путь 30 километров. Сколько пробежала каждая лошадь? Молодцы. 30 километров каждая лошадь пробежала. Так, все, следующий вопрос. Сколько концов у 4,5 палок? Сколько концов у 4,5 палок? Неправильно? Нет. Посчитайте, 4,5 палок. Правильно, Ди. Так, пошли правильные ответы. Концов у 4,5 палок 10. С каждой стороны по два конца. Молодцы. Неправильно. 10, ребят. Будете на улице, погуляйте и найдите 4,5 палочки и посчитайте 10 концов. Дальше. Какие два числа, если их перемножить, дают такой же ответ? Ну-ка, ребят, быстренько. Какие же два числа, если их перемножить, дают такой же ответ? Правильно, правильно. Разве? Какие два числа, если их перемножить, дают такой же ответ? Ну, может быть и ноль, но я думаю, что дважды два – четыре. Не думаю, правильный ответ, да, еще? И 2 плюс 2 тоже будет 4. 1 не подойдет, Сильвестр. 1 плюс 1 будет 2. Так, дальше. К следующему числу, ой, к однозначному числу приписали такое же число. Во сколько раз увеличилось это число? К однозначному числу, любое однозначное число возьмите. Приписали такое же число. Во сколько раз увеличилось? Например, число 8. Прибавить, не прибавить, а рядом поставили цифру 8, получится число 88. Во сколько раз увеличилось? 8 и 88. Во сколько раз увеличилось? В 10 раз увеличится любое число. Так. Следующее задание. Петух, стоя на одной ноге, весит 4 килограмма. Сколько будет весить на двух ногах? Так, Игорь первый ответил. Разве? Так. Нет. Разные ответы, да, получились у нас.
Петух, стоя на одной ноге, весит 4 килограмма. Сколько будет весить на двух ногах? Если на одной ноге он же вес свой держит 4 килограмма, и на двух тоже будет весить 4 килограмма. Молодцы, догадались. Так, следующее. Это занимательные вопросы были, да? Так, сейчас, ребят, приготовились. Возьмите, пожалуйста, свои черновики. Вот такие цепочки, они немного легкие, но нужно их быстренько решить. Первая цепочка. 7 минус 5 плюс 4 минус 3 плюс 2 минус 1 минус 2 плюс 4. Ответ. Я жду. Решите, пожалуйста, можно устно? Давайте первый пример решим вместе. Устно. Лукбек, все делаем устно. Нет, неправильно. 7 минус 5 будет 2. 2 плюс 4, 6. 6 минус 3, 3. 3 плюс 2, 5. 5 минус 1, 4. 4 минус 2, 2. И 2 плюс 4 будет 6. Вот таким способом. В уме быстренько решаете. Кто не может, можете черновик использовать. Следующий, второй пример, ребят. 7 минус 4. Ответ я жду. Так, вижу, вижу ваши ответы. Молодцы. Есть такой ответ. Это ответ 7, ребята. У кого ответ 7 получился, это правильно. Так, следующий, третий пример. 3 плюс 4 минус 2 минус 3 плюс 5 минус 1 и минус 3. Нет, устно, ребята, устно. На презентацию смотрите, посчитайте, ответ мне сюда печатаете. Нет, неправильно, дети, неправильно. Неправильно. Почему? 3 плюс 4 будет 7. 7 минус 2 – 5. 5 минус 3 – 2. 2 плюс 5 – 7. 7 минус 1 – 6. 6 минус 3 будет 3. Правильно, молодцы, ребята. 3. Так, следующий пример. 1 плюс 6 – 7. 7 минус 4 будет 3. 3 плюс 2 – 5. 5 минус 1 – 4. 4 минус 2 – 2. И 2 плюс 5, 7. Молодцы. Молодцы, ребят. Так. И последняя наша цепочка. Это 9 минус 1, 8. 8 минус 5, 3. 3 плюс 2, 5. 5 минус 4, 1. 1 плюс 7, 8. И 8 минус 6 получится 2. Молодцы, правильно. Последний пример это 2. Молодцы. Писать ничего не надо, не записываем. О, ребята, физкульт-минутка, приготовьтесь, пожалуйста, на минуточку, мы отдохнем с вами. Поднимайся дружно, класс, это раз. Покрутилась голова, это два. Руки вверх, вперед смотри, это три. Руки в сторону пошире, развернули на четыре. Силой их к плечам прижать – это 5. Всем ребятам тихо сесть – это 6. И отправляемся дальше. Ребят, сегодня я для вас приготовила ребусы. Давайте мы их сегодня решим и разберем. Угу. Я думаю, что многим нравятся ребусы, поэтому мы сейчас с вами на слайдах просмотрим. Первый ребус – это слово. Печатайте. Правильно. Это молодцы, молодцы. Это ковер у нас, молодцы. Ковер. Следующее слово. Молодцы. Так, второе тоже отгадали. Молодцы. Это слово тигр.
Две кавычки в конце, да, у нас обозначает две буквы в конце, мы убираем. Значит, у нас ти, и здесь гриб. Убираем, получается у нас тигр. Так, следующее. Следующее слово. Догадайтесь. Так, Эдем, молодец, самый первый был. София, молодец. Так, все, ребят, начали печатать. Сильвестр тоже молодец. Это слово история. История. Цифры, да, мы используем здесь три. Первую букву убираем, получается слово история. Здесь, ребят, какое слово? Так, Эдем, молодец. Сизим. Молодцы. То есть здесь мы первый, да, слог в каждом, на каждом рисунке убираем, а здесь один. И у нас получится слово сапоги. Следующее. Правильно, молодцы. Слово деревня получилось. Деревня. Так, следующее. Следующее слово. София, молодец, первое. Это слово я пока не буду говорить, хочу ответы, чтобы пришли. Следующее слово, правильно, это слово передача. Это слово. Молодцы, догадались. Слово передача. Теперь это следующее слово, отгадайте. Правильно, Эдем. Улугбек, Сизим, Айлин, молодцы. София, Береза, молодцы. Так, следующее. Успеем, успеем. Время еще есть у нас. Какое слово у нас? Косы, правильно, косы. Слово косы. Здесь, ребят, какое слово? Так, Эрдем, молодец. София тоже отгадала, молодец. Зелень, да, получилось? Зелень. Следующее. Все ответы ваши вижу, молодцы, ребят. Правильно. Так, София первая написала, это сестрица. Молодцы. Так, следующее. Правильно. Стоп. Стоп. Так, здесь. Правильно, Бакыт догадался первый. Ученик слова. Так, ребят, и вот здесь вот у нас еще время, по-моему, у нас есть еще. Значит, здесь тоже я приготовила для вас вот такие задания. Нужно найти правильную цифру, правильный знак действия поставить, да, и отгадать, расшифровать, какое получится здесь слово. Так, первое, я смотрю, вы уже печатаете, это будет 8, да? 8. И первая буква это у нас будет М, да? Буква М. Так, какое же слово здесь получится? Второй пример. Какую первую цифру поставим? 4, жду 4, 16, правильно. И плюс 2 будет 18, да? И буква будет О.
МО. Дальше идет у нас 20. Какой знак мы поставим? Минус или деление? Чтобы в ответе было 14. Нет, записывать не надо, это устно. Правильно. Все, минус, правильно. 20 минус 5 будет 15.